Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре новая ролевая игра, которая вышла совсем недавно, и еще, в принципе, ребята находятся в разработке, поэтому здесь наверняка вы встретите баги, либо что-то еще. Эта, ребята, игра, в принципе, чем-то похожа на игру «Последний день на Земле». Я не говорю, что это как бы клон, прям, знаете, точная копия игры «Последний день на Земле». Это, ребята, просто подобие игры, где, знаете, как бы идейка была взята из USD. Но все же, ребята, давайте будем разбираться, но... Когда будете, ребята, скачивать и играть, не забывайте то, что игра еще как бы находится на стадии разработки. Здесь наверняка будут, ребята, баги. Я встречался, но не обращаю, ребята, внимания, так как знаю, что еще она, в принципе, находится в разработке. Ну что, ребята, управляем, ребята, таким человеком. Сейчас объясню даже вам историю, как мы здесь оказались, в общем. Мы потерпели, в общем, крушение нашего корабля, самолета. Либо корабля. И вот, ребята, мы оказались на этом острове, где мы теперь, ребята, будем выживать. Конечно же, ребята, сможем собирать эти различные ресурсы, получается, да, и, конечно же, бить этих непонятных. Ребята, непонятные существа, посмотрите, ребята, какой-то непонятный робот летает. Блин, офигеть. Вот, ребята, смотрите, самолет валяется. Офигеть. Вот, ребята, мы и потихонечку находим эти обломки. Так, давайте, ребята, разбираться, что у нас здесь вообще имеется насчет настроек, инвентаря, крафта и тому, в принципе, подобное. В настройках ничего, в принципе, хорошего. Там тень, в общем, я тень убрал, потому что игра подвисала, реально. Так, это наш инвентарь получается. Ясненько. Уже радует. Это у нас получается, ребята, крафт. Что-то, в принципе, мало. Мало, ребята, предметов для крафта. Это очень, в принципе, печально. Но я думаю, буду добавлять еще больше. Единственный, ребята, минус пока что здесь я нашел, очень такой серьезный, то, что она, в принципе, ребята, на английском языке. Это очень, в принципе, печально. Хотя бы добавили русский язык, уже было бы хорошо, ребята. Но, как видите, ребята, они не добавили. Во, теперь, как видите, у меня топор появился. А где топор? Посмотрите, ребята, подхожу, у меня топор появляется. Но что-то... Написано, типа, требуется топор, чтобы разрубить это. Извините, я что-то это. Так, ну давайте попробуем, ребята, что-нибудь скрафтить. А нифига мы сейчас не скрафтим это, потому что у нас нету этих палок и нету, в принципе, железа. Железо есть, 4 штуки, но палок у нас нет. Но все же, ребята, мы сейчас просто-напросто побегаем, посмотрим, что у нас здесь вообще имеется, что у нас такое за мир, где мы будем, ребята, выживать. Ссылка в описании. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пожалуйста. Так, вот, ребята, смотрите, давайте... Ё-моё, вот мы умерли, представляете? С одного удара, выстрела нас убили. Капец. Это жесть, ребята. Так быстро умирать я не собирался. Давайте посмотрим еще раз. Я понял, ребята. Мы как только здесь начинаем выживать, у нас всего лишь 10 хп. Ясно. Посмотрите, ребята. Из 100 хп у нас всего лишь 25, было 10. Блин, что же за херня происходит в этой игре? Ну, в общем, ребята, давайте будем прощаться. Это все. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.